And if you're having trouble coping, buy a copy of my book, 101 Jokes for the Recently Bereaved. Песчаные фурии, блин. What the fuck? Yes. Ну вроде потихонечку расправляемся с ними. Блин, где-то еще палит, да? Все. Ну, не такие же они сложные, прям я бы сказал. Но у меня, кстати, еще и эликсир здоровья остался. Откровенно говоря, меня это радует. Treating foreign visitors in such an unsociable manner. Oh, well. I've really had enough of this. Блин, неужели все нужно будет испытания проходить? Прошли 4, то есть еще 3 осталось. Ведь, наверное, только тогда мы доберемся до Лукача. Ведь так? You, holier than thou, idealist, always thinking in the simplest, most binary of ways. Что за суровая рожа? Game grows tiresome, and my guests, they grow restless. No need to get restless, sweetheart. Barry Hatch is here to take care of you. That's a quick jig. Такой притон они там организуют. Ух ты, батюшки. Чё за бред? Май гад. Вот это реально страшная тема. Нет, 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 нет. Блин, их тут дофига, дофига. Царапки чёртовы. Бля. Да уходи оттуда, елки-палки. Так, восстановили здоровье немножко. Может, магией будем мочить их? Да, клево он ее царапает. О, одну замочили. Только одну пока. Так, еще раз. Фак. Блин, меня это не радует абсолютно. Черт их дери. Уу! Нет. Так, yes, еще один готов. Блин, а их тут дофига, наверное, будет, да? Так, немножко тут, немножко здесь. Ух ты, готов. Ну, сейчас еще спрыгнет по любасу. Вот опять их снова двое. Так, магия, магия. Они, кстати, неплохо с магией. Бляхмух, вот это поцарапал клево, 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 согласен. Мужик, мужик. Такс. О, вот этого убил. Останавливаем здоровица. А, нет, это последний, походу, потому что больше они не респонятся. Вот так вот. Ах ты, батюшки, не респонится. Это я что-то поторопился. Бляхмух. Нет, уж лучше пушка пусть будет. Еще. Фак, он, кстати, клёво выпрыгивает.
очень клево выпрыгивает. Так, здесь самое главное продержаться. Фак. Так, ладно, замедление времени. Быстрее, быстрее. Yes. Неужели один остался? Ох ты, батюшки. Я прошел эти все чертовы задания. Нет. Спасла, что ли, меня? Ну, все, я должен ей. Зубами поймает. Нет? Oh, my dear girl, why not stop all this bickering? The three of us could go up to my quarters and have a private party. Do you have any idea who this is? It's Logan's brother, the prince. The king's brother, a bona fide hero. Well, I wouldn't dream of coming between siblings. Well, that's not strictly true. There was that time. Anyway, best of luck with this whole revolution luck. Perhaps we'll meet again one day. Tatty bye. Bloody coward. Would someone mind getting us out of here now? Круто. Так надо будет сейчас ловкача валить или не надо? Вот в чем вопрос. Кстати, на плакате, видите, у нее прям рот в крови весь. Девиант. Нет, не будем. Раз мы на мельничное поле снова вернулись. Слишком крутой. Но ты ничего как твой брат. Бауэрстоун резистанс будет следовать тебе без вопросов. So long as you promise to change things when you take the throne. Poverty, children forced to work, people living in fear. You have to make it stop. Обещаю. I promise. А нафига это все записывается? We should get back. We've got a revolution to plan. Супер, 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 супер. У меня 328 печатей. Сейчас посмотрим, что можно прикупить на эти печати. Ну, по-любому возьмем огнестрел. Магию. Меч не знаю. Наверное, не стоит. Я им вообще не активно работаю. Хотя, может быть, для определенных типов врагов именно меч наиболее эффективен. Черт его знает. But you still have much to do before you can take Albion's throne. Такс. Заклинание кулак воли. Да и то. Неплохое заклинание. Кстати, мы уже почти дошли до замка. Блин, я что-то нажал, не посмотрел, что это такое. Нет. Нет. Блин, как не принимать? Вот это прикол. Ладно, приняли, ё-моё. Ближний бой. Да, вот этот четвертый уровень берем. Клево. Ну и, соответственно, у нас остается магия. Клево.
Еще деньги капают. Кстати, может быть, прикупить где-нибудь что-нибудь еще? Открываем следующую дверь, следующую главу. Так, вот мы у замка как раз, у особняка Лапкача. Так, о какой речь идет? Речь? А, королевская речь. Встретиться с Беном Финном в замке. Почему мне не показывает путь? Наверное, вот мне с этой малышкой нужно бежать, да? Или как? Или я не понимаю ничего? Так, давайте посмотрим. Горелесье. Так, а нам-то куда надо? Лагерь вольных. Сюда, что ли? Ну, судя по всему... Так, список заданий, давайте посмотрим. Предатели. Походу, да. Походу, сюда. Ладно, давайте телепортнемся. Позырим. You think you can win, do you? Well, we're the best. Logan's elite. Yes, traitors walk amongst us. Traitors plot to end us. Traitors would have you believe their cause is noble. They wear many masks. They may look like your friends. They may even look like your most loyal servants. This is the face of a traitor. Swift. Major Swift, a respected member of the army and sworn